Доброго времени суток, бляха. Дорогие детишки, есть у меня к Манусу один секретный разговор интимного характера, блин. Ща мы ему покажем, бляха, кто тут главный. С нашим песиком, чей сумон я нашел в одном интересном месте, специфическом. Оп. Да, блин, твою в жопу, мать, пошел нахер сразу, блин. Уйди. Песик, давай, жги. А ты иди в попу, блин. Бери агро, песик. А, фак. Где мой щит, ёпта? Какого хера? Вызван фантом Сив, великий волк, блин. Ха-ха-ха-ха. Агро! Апорт! Ёпта, куда я там уперся? Чу-чу-чу-чу-чу. Спокуха, парень. Во-во-во, вот туда, да, давай-давай, жги. О, отлично. Тема, промахнулся. Есть. Сейчас мы тебе покажем, кто тут батька, блин. Возможно. Блин, если не фейлить. Блин, нихера же не видно. Да, твою ж маму. А уворачиваться не надо? Охеренно. Показал, блядь, кто тут батька, сука. Так, блин, ненавижу Мануса уже. А я-то думал, сейчас тут все будет, ага, сейчас там будет все, да, как же. 10 раз, блин, будет там. Не, надеюсь, 10 раз-то не будет, это уже будет слишком. У меня есть только на 7 раз хуманити, или на 6. Можно сказать, что на 6, да, учитывая. Ну, хотя, ну да, да. На 6, ибо нефиг. А почему я это делаю не в Хавеле? Ну, не знаю. Я подумал, что имеет смысл попытаться от него уворачиваться. От всего. Но я зафейлил, как сучка. То ли я тормоз, то ли Манус слишком резкий, как понос. Я еще пока не определился в этом акцепте. Но мы-то знаем. Так, и вот этот мутацкий маг меня тоже бесит конкретно, сука уродская. Пошли нахер от меня все. Спасибо, блин. Да вы еще убейте меня, блядь. Пидорасы. Большое спасибо, блин. Минус одна хуманити. Что за мудацкая херня, блин, начинается? Как бы ярость топора не включить неожиданно, блин, для себя. 5 хуманити. Зашибись. Зашибись. Может, там какой-то другой... Не, ну, блин, так быстрее всего, наверное, получится. Да какого хера вообще, блин? Урод, блин. Блин, 84 четверть... 25% от 84, сколько это? 21, получается. Ну да, 21. Блин, а у меня 28. Что бы мне такого переодеть? Чтобы снять 7. Перчатки можешь снять тупо. Пошел нахер. Ха-ха, соси писю. Ой-ой-ой-ой-ой-не-не-не-не-не-не. Что это такое? А, это он что-то там творит. Я уже был, блин, чуть в пропасть не навернулся из-за этого. Так. Чик. 25. Многовато. Что у нас есть более легкое? Ну да, спасибо. Это все, что у нас есть более легкое? Штаны Честера, что, легче, что ли? Да ладно. Серьезно? Хера себе струя. А что? Все остальное Честера может быть тоже легче? Где он? Где эта херня? 6,4, 4,5. А, ты смотри. А, ну правильно, конечно, там же баланса нет, нихера. Это же... Это же... Средний, ёпти, доспех-то. Кольцо стальной защиты. Ну-ка, так. О, тема. Ща я, блин, накажу, кого попало. Надеюсь. О, привет. Пойдем со мной, друг. Не-не, ты не нужен. Кузнец не нужен, уходи. Чик. Брысь.
Фантом-то был бы в жилу. Очень даже. Чик. Не? Мимо? Или не мимо? Определитесь, доктор, туда или обратно? А то бесит. Ёпти, что за херня? Ну призовется у меня хоть раз кто-нибудь, ну серьезно. Я уж думал, только фартануло, блин, нет, хер там было, блин. Ну призыв не удался или удался? Что за херня? Рожайте уже. Окей, еще раз повторим маневр. Вот это какой-то маг мутный, блин, с этим, с мечом. Как его, ситха. Ну, родное сердце, ёпта. Приходи ко мне. Ого, здоровенькие были, эгей. Хай, пойдем, получим люлей. Привет. Шевелиться будем, нет? Ёпта, Алле, доктор. Ёпта, что ж такое упоротый-то? Стоит и в каше тут, понимаешь? Слышь, родное сердце. Не сыпь мне соль на сахар, в конце концов. Что это за херня? Алле, ёпта. Или это тролль какой-то сраный? Что там у меня еще есть? Слышь, кончай, я в кэше туды твою налево. Ну что за... Хоть раз призвал кого-то в жизни, и он, короче, нигде. Вообще. Ну что за... Это уже похоже на издевательство какое-то изощренное. Родное сердце, таймер тикает. Давай, цигель-цигель, ай-лю-лю. Русу туриста облика морали. Слышь, пиндос, ёпта. Вот паскуда. Ай, какая печаль. Да пошел ты в жопу тогда, блин. Ей-богу, блин. Мудаки какие-то, блин. Понастает тут, блин. Кто же посадит? Он же памятник, блядь. Слышь, я уже это видел. Блин, теперь, когда я призвал этого долбанного фантома, нельзя, походу, пропустить. What the fuck? Ну ладно. Ну, хай-файв тебе еще раз, блин. Падла. Паскуда. Козел. Ненависть, ярость. Ой. Спокойно, спокойно. Где там эта, блин, параша была? Я уже потерялся. Где она, блин? Был же сарайчик. О, пришел, блин, здрасте. Сиф-то, ёпта, куда делся Сиф? А, вот он. Ну, слава тебе, яйца. Ну, сейчас мы кому-то, блин, наваляем. Оп. 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 Хо-хо-хо-хо-хо. Ну, спасибо, блядь. Мне-то за что? Сиф, жги. На, по лицу! Как следует! Все, попустило. На-ка! Мать! Нет! Я ничего не вижу! Уйдет меня! О, Сиф, ёпта! Делай что-нибудь! Сделай что-нибудь! Кто-нибудь, спасите меня! Оп, это не то. На! Ослабило. Ой, нет, сожру-ка я фляжку на всякий случай. Чик. Это кто там? Это он шмаляет даркбидами?
А Манусу, отцу, это... О, а то он сдох. Вот, отличная тема. Душа Мануса. Так бы сразу, бля, вот это другое дело, я понимаю. А то, извините меня, блин, что это за херня? 10 человечности, медаль света. Все как следует. Сандро, Джоли Кооперейшн. Эй, привет. Ну, вот мы и спасли Даск, собственно. А потом молва все переврала и решила, что это ее спас Арториус. Но хер там было. Арториус зассал, как лох. Ага. Но она ничего не говорит, к сожалению. Ну, я не знаю, что она там делает. Вторая рука у нее там как-то где-то в таком интересном месте. Можно немножко и... Не угадать. Может, ей неплохо, а может, ей наоборот хорошо со всех сторон. Так, новый уровень. Хочу я. Поскольку я все равно сдохну, надо добить. Так, 8 и 8. 16 тонн. 16 тонн. Что там у меня есть из душ? Душа героя. Это сколько было? 10? 5, наверное. А, 10. Отлично. Этот 5, значит. Так, точно. И сколько там? 2 следующие, по-моему. Или 3? 3. Большая душа гордого рыцаря. Зашибись. Чик. Хватит этого. О, отлично. Отлично. Так, изменить заклинание. Вместо вот этого я хочу... Что там я хотел там? Большой огненный шар хаоса. Ну-ка. Чик. Не. Ну, окей. 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 Посмотрим. Ну, интересно, сколько много он... Насколько больно он по лицу бьет? Это мы узнаем... Где? А у Каламита. Только, насколько я помню, надо сначала... Так, а куда мне надо? Поселок? Дальше я на самом деле дорогу не знаю вообще. Потому что надо сначала, насколько я помню, по крайней мере, надо сначала добиться флайбая так называемого Каламита мимо... мимо там чего-то, какого-то места, да? Так, это ПВП-шная зона, насколько помню. Ага, не туда ли мне часом? Так, это вот это какая-то фигня, тут они запилили новую, типа арена там из серии, да? Ух ты. Типа для дуэлей, да, как бы. Но говорят, что она очень как-то мутно работает, типа херово там как-то. Я ни разу туда не ходил и не собираюсь, честно говоря. Ну, хотя могу попробовать ради интереса. Смертельный бой помост. Смертельный бой руины. Окей. Не, интересно просто даже как-то. Я и сам не видел, что там внутри. Фиолетовый кристалл труса. What the fuck is this shit? Где он, еб? Покинуть битву за стыцизм. Окей. И что? Я понял, что руины... Ожидайте участников входа. А, ну да. Я слышал, что соперников так дождаться и Unreal. Павел. А, что же такой тяжелый-то? Вот так лучше. Что это за звуки? А, это мне здесь надо стоять, чтобы оно вот так. А я-то думал. И чё? Ну и кто-то мне, или где-то я слышал, что типа вот не дождаться никого, опять же.
То ли тут настолько редко кто-то бывает, но судя по количеству дуэлей, там кто-то 190 нахерачил. Ну, видимо, не так редко. Даже не знаю, надо ли оно мне, не надо ли оно мне. Ну, короче, хер бы с ним, я не буду тратить время на это все. Но, в общем, есть вот такая функция для ПВПшников. Хотя нахера это надо, я не знаю, учитывая, что... Не, ну, как бы, конечно, удобно, с одной стороны, да, все в одном... Все в одном, короче. А как бы с другой стороны, получается так, что гораздо проще красным мелком, например, пользоваться в этом... в уезде нежити, или как он там называется. Так, вот только надо вспомнить, где нужно добиваться флайбая Каламита. Или это на... Да не, вроде не на мосту. Потом-то мне вот сюда, вот в эту башню. А нужен ли вот для нее ключ, я тоже не помню. А если нужен, потому что я не знаю, где он лежит, откровенно говоря. Заперто. Зашибись. Ну, охереть теперь. Ну, ладно. Буду подразумевать, что надо что-то сделать в окрестностях местности, пардон за невольный каламбур, где тусуется сам, собственно, Каламит. Потому что иначе мне придется смотреть в Викижопе, где там выход был. Потому что я совершенно не помню, как там чего. Так, и куда там, бишь, мне это надо было-то идти? Где-то спуск вниз какой-то был, что-то такое. Так, ага, вот сюда, видимо. Там какие-то долбанные песики еще, блин, тусуются, которых я терпеть ненавижу. Так, в какую сторону к боссу? Так, тут, по-моему, душа лежала какая-то, насколько я помню. Или это наоборот? Да, душа здесь определенно лежала. А кто там еще тусуется? А, песики как раз и тусуются. Следующий! Так, ну да, правильно. А в другой стороне, значит, получается тогда босс. А где же флайбай? Где же сарайчик? Он же был же. Опять песик. Иди сюда. И... Падла. Скачет он тут. Песики. Тебе нравятся песики? Песики. Нет, мне не нравятся песики. Может, я что-то путаю, и он просто так надо зайти и... Оп, песик. Слышь, песик, иди-ка ты в пень. О, так они маскируются, нихера себе. Еще и не разглядеть эту падлу. До свидания. Че пишут парни? Нужно слезы. Окей. Удачи. А. Ага. Вот здесь будет флайбай, я так понимаю, да? Да, точно. Супер. Флайбай есть. Так, теперь вопрос в другом. А где Ключберг? Ибо тайна сия великая есть. Или он прямо здесь где-то валяется? Стопэ. Не то чтобы оно мне было надо. Ну ладно, пускай валяется. Вдруг пригодится. Ой, там, оказывается, еще приступочка. Это хорошо. Так, босс у нас выходит откуда? Он как раз отсюда он и выходит. Фак. Да, вот он и бил... Блин, а где ж ключ-то, ёпта? А! Ну да, он так и будет летать, падла, пока меня не убьет. Что меня несколько печалит. Блин, я не знаю, где ключ, по факту. Так, ну предметов я больше никаких здесь не вижу.
Или может дверь сама по себе открылась? После флайбая. Терзают меня смутные сомнения на этот счет, откровенно говоря. Ну, что мне остается сделать? Кроме как пойти и проверить. Не Зенька ж ты залез-то. Блин, надеюсь, что не надо ключ искать. Не хочу. Не хочу. Да где он может быть вообще интересно? Ну только где-то в лесу получается, по факту, блин. А, не, нихера, почему в лесу? Я же далеко не все части этого поселения исследовал. Уласиль. И возвращаться я, честно говоря, туда совершенно не хочу. Прямо скажем. Во-первых, ПВП, а во-вторых, по лицу надавать могут эти даже многоглазые многочлены. Да и плюс время это занимает. Все это найти. Не, ну, конечно, по факту я же не буду время тратить. Я все-таки... Если действительно окажется, что нужен ключ после флайбая, я просто найду это все вне камеры. Ибо нефиг. Ну или, может быть, покажу, где это лежит. Но посмотрю, как туда пройти, как бы отдельно. И, опять же, ибо нефиг. Ну, я, конечно, с другой стороны, Каламит, как, в общем-то, и вся эта локация в целом. Босс опциональный. Да, сучка. Хотя, кстати, да, может, на меня уже нападать-то и не будут. По идее, Манус-то уже помер. Даже не знаю. Весь этот Ласиль, в принципе, локация опциональная, а Каламит, в числе прочего, опционален чуть более чем полностью. Поэтому убивать его не обязательно, но я хочу. Где там? Кто там орёт? Ну, сколько времени... Хотя, какой ПВП, опять же? Не должно быть ПВП. Тут кто-то был, да, сразу? Насколько я помню. А, ладно, пойду, пока не убьют. Может, наткнусь где-нибудь на этот долбанный ключ. Спать. Сюда иди. Да, и кстати. На случай... неожиданностей всяких. Шорткат мне, наверное, не нужен. По уму так-то. Он в лес, по-моему, куда-то вел. Я не помню уже, честно говоря. Спать. О, что-то выпало. Большой осколок титанита мне. Вообще пофиг. Недолет. Оп. 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 Фуцк. А может, и надо было просто посмотреть, где этот долбанный ключ находится. Так, я как-то, помнится, умер там от долбанных колдунов где-то здесь. Не туда ли мне надо идти? Вот в чем вопрос. С случаем. Вот так, уберите это говно. Ничего лишнего не надо. Привет. Это что такое? Комбоот знатный до хера, блин. Так, что тут было? Здесь подвеска была, да, насколько я помню. Где-то. Так, а там наверху лежит один из этих камней, которые, типа, реплики делают. Вей, предположим. Так, ну это свет, понятно. Здесь подвеска была. О, кто-то досмеялся до хера. Так, не здесь ли я помер часом? Оп, привет. Пошел нахер. Сходу. Берегись волшебство. Да спасибо, я понял.
Хотя, ладно, поблокаюсь. Падла. Иди сюда. Чтоб я еще видел, что, блин. Козел. Ну-ка и умри в огне, блин, падла. Ответил за пацана. И чё? Один долбанный сундук? А, еще проход какой-то, да? И чё в сундуке? Блин, я даже не посмотрел, мимик это не мимик. А-а-а. Сфера тьмы. В отличие от обычных заклинаний волшебства, это я уже читал. Ну и хер с ней. Сфера так сфера. А чё это два пустых сундука, блин? К чему бы это? Ну ладно, впрочем, не важно. Мне это пока что никак не помогает, потому что... Что там спереди у тебя? И что? Так, типа тупик, да? Окей. То есть ничего ценного здесь не было. Где долбанный ключ тогда? Так, здесь я так понимаю, тоже нихера нет. Ну и нахера тогда это... Приступочка. Кстати, потому что по мне никто не нападает, на меня точнее. Такие впрямь, если Мануса замочить, то все, ПВП на этом заканчивается, что не может не радовать, откровенно говоря. Так. Я пришел отсюда, значит, мне сюда, да? Я надеюсь, по крайней мере... Ага, уи, уи. Есть контакт, хотя можно нахера так возвращаться, можно было просто... А нет, смотри, тут просто душа. Можно было просто кувыркнуться. Никаких тут секретных дверей нету? Нету. Окей, тогда что? Тогда мне сюда. А это куда? А это... обратно, очевидно, да? Трупак там чей-то валяется. Да. Отсюда я пришел. Так точно. Ой, где я еще не был? Грусть, печаль какая. Не избежать темный дух, да уж, это действительно. Так, ну туда, это туда, к этим самым. Даже не знаю, где этот долбанный ключ. Ну что тут сказать? Придется к следующему эпизоду тогда посмотреть, где он находится, где-нибудь там в Википедии или что-нибудь такое. А может, просто вне камеры побегаю, поищу чисто ради интереса. Засим. Да, так и сделаю. В общем, в следующем разе будем месить Каламита. И тогда останется только три босса последних. Что не может не радовать, с одной стороны. А с другой стороны, может. Ну, неважно. Главное, что на сегодня все. Жарьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк в секции для комментов внизу, она же книга для жалоб и предложений. И подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.